сегодня у нас 8.08.2018. 00:32 загружаю видео, которое я 6 числа сняла. Наслаждайтесь моим видео. Угу. Получайте особенно удовольствие. В общем, если у вас там вдруг все отключится, вся техника отключится, ну что надо делать? Ну вызовите, если у вас деньги есть, а если денег нет, ну попробуйте вызвать каких-то мастеров, так оно все отключилось. Фотоаппараты сломались, компьютеры не работают. Но вы расслабьтесь, расслабьтесь. Чего вы нервничаете? Расслабьтесь. Посмейтесь. Там вот вчера мыла дорогу. Обхохочешься, говорят. Обхохочешься. Угу. Обхохочешься. Так что вот такие вот дела. Письмецо я сегодня получила. Вот. Ремонтами, говорят, заниматься надо. Угу. Прям письмецо с доставкой на дом от июня прям принесли. Ой, вам, вот вы возьмите. Вы понимаете, да? Угу. А то в ящичке завалялось. Или где там оно завалялось? Угу. Ну, я так поняла, что нужно ремонтами заниматься. Что там? Строительный магазин себя рекламирует? А вы знаете, как там говорят? Лето исчисления от Рождества Христова. Вот оно. 08.08.2018. Делайте выводы. Делайте выводы. Видео загружается. Ой. А что, я уже Василию говорила. Что там? Яхту с бомбой, говорят, подарочек вам. Самолет с бомбой, я ему сказала. Положу эту бомбу, раз такой подарочек с бомбы, самолет к вашему сыну. А чтобы понял, еще и корабли там, или что там, у него нефтяные вышки взорвались. Сначала взорвались, потом были восстановлены. Когда там это было? Зимой? Чтобы он понял, что таких подарков не надо дарить. Это я уж обрадовалась. Думала. Уж не знала, как благодарить. Так что вот такие вот дела. Вот кушаю. Татьяна Салмановна Мактум Сейфудин. Это я.